У меня сегодня день рождения. Но так как запрещено встречаться больше, чем четырем в одном месте, мы с Леной решили справить день рождения вдвоем и отправиться в горы на Роки дель Конде. Очистные сооружения. Сюда, наверное, сливается все с города Адехи и Лос-Америкас. Это у нас Лос Кристианос, это самое тусовочное место Лас Америкас. Здесь видно Гомеру, вчера, кстати, здесь видно было еще Ла Пальму и даже Рьера. Пробрались сквозь чащобу и террасы. Еще половина пути до верха. Ну что, 3,5 часа, 8 километров и 800 метров высоты, и мы на Роки дель Конде. Я так решил справить свой день рождения. Даже взял с собой чешского пива Староправин в пластиковой бутылке, чтобы легче было нести. Да, я на вершине мира! Хорошо им там на высоте, летают, все видят, как птицы